Всех приветствую на моем канале Джебикс, и сегодня я покажу, как узнать пароль от вашей Wi-Fi сети, если вы его, например, забыли. То есть компьютер или ноутбук, подключенный к Wi-Fi сети, прошло какое-то время, и вы просто-напросто, ну, захотели, например, подключить ваш мобильный телефон или планшет, или вообще кому-то из друзей дать доступ к Wi-Fi, но вы забыли пароль. Все делается очень просто. В правом нижнем углу есть очень много разных значков, в то же время есть значок интернета. Нажимаем на него, здесь у нас много разных Wi-Fi сетей. Выбираем свою и нажимаем правой клавишей мышки. Здесь три пункта отключения состояния, нам нужны свойства. Заходим в свойства, и здесь только два пункта: подключения и безопасность. Соответственно, в безопасности вот ключ безопасности сети. Нажимаем отображать вводимые знаки. И после чего наш Wi-Fi, пароль нашего Wi-Fi высвечивается вот здесь. Вот и все. Теперь можно его записать или просто кому-то ввести. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. До новых встреч на моем YouTube-канале.